заглядывала. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Нельзя, я чатланник. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлани. Как работать, так... Всем привет подписчикам моего канала Перепел 48, а также гостям канала. Сегодня покажу, как вот такую вот ненужную полочку из ДСП преобразовать в несколько удобных полочек над рабочим столом. Размеры полочки где-то здесь 52 на 52. Я хочу обрезать вот так вот часть, потом располовинить ее, потому что ограничение верхней не нужно полки. И вот эта полочка тоже пойдет часть. В общем, смотрите, как это я сделаю. Видео пойдет в плейлист преобразования формы материи. Сначала размечаем. Так, получили вот такую полочку, точнее две полочки. Смотрите, можете использовать вот так вот, можете вот так вот, как вам угодно. Я сделаю вот так вот, у меня стол позволяет, ширина стола. Остается что сделать? Закрепить вот ДСП такими вот мебельными шурупами. Здесь она болтается, здесь играет в нескольких точках. Так, и здесь тоже. Здесь надо закрепить, здесь надо закрепить. И потом их можно соединить. Так, и у нас остается еще вот такая третья полочка. Тоже ее надо сделать, может быть, даже две я из нее сделаю. Смотрите далее. Итак, усилили мы две полочки эти. Показал как. Вот дополнительные шурупы сюда мебельные вкручиваются.
для усиления. Ну, дальше можете использовать. Если вам на 52 надо, можете друг на друга вот так поставить. Видите, какая полочка получается. Но мне так не надо, я буду делать, соединять их вдоль. На метр шириной вот так вот буду делать. Смотрите далее. Тут я соединю с помощью шкантов. Ну, еще сделаю накладку, скорее всего, сзади для усиления. Как-то так. Шканты где-то у меня были, десяточка. Так, не десяточка, у меня восьмерочка. Вот такими шкантами буду. 8х40 шканты. Буду сращивать полочку. И сзади там дополнительно усилить тогда металлической пластиной зацинковки. Здесь немного подровнял, чтобы одинаково уровень был. Все, сейчас размечаем и сращиваем. Так, просверлил я вот эти шканты. Шканты буду сажать на клей. Лучше на ПВА, конечно, сажать, но у меня нет ПВА, у меня универсальный клей. Универсальный посажу. Все, сейчас будем соединять. Смотрите далее. Так, усилил. Во-первых, соединил шкантами. На 5 шкантах соединил. Тут 2 шканта и тут 3 шканта. И вот усилил еще уголком из оцинковки. Листа отрезал, чтобы они не разъезжали в стороны. В принципе, одна полка готова. Такой вариант получился. Сюда можно что поставить. Например, вот. Блоксер слепо калы. Ну и дальше. Так, как чем крепить стене? Стене будут крепить вот на такие металлические скобы. То есть уши и так. Понятно. Да, сами уши закрепляем. Так. Раз, два, три. В общем, 3 или 4 точки. 4 достаточно будет. Чтобы она съемная была, удобно ее можно поставить на 4 винтах. Все, крепим уши. Так, ушки закреплены. 4 штуки я поставил для надежности. То есть каждая полка, в принципе, самостоятельно висеть будет. Все, сейчас будем примерять, вешать полочку на место. Где они должны быть. Так, вешаем полочку по уровню. Сначала вот левый край креплю. Проверяем уровень. Горизонталь. И здесь тогда правый край креплю. Так, смотрите, что сделать с отрезанной вот этой частью. В принципе, тоже я ее сделаю пополам и разнесу по краям. Но предварительно надо усилить. Видите, здесь не достает одного винта мебельного, здесь можно поставить. Да нет, на 2, в принципе, достаточно будет. Сейчас усилю, здесь по одному поставлю. И все. И разрежу пополам ее. Ровно посередине. Смотрите далее.